все, короче, отработали. 2 часа. 6 рублей. Я говорю, есть ко мне какие-то претензии? Не, не, все хорошо. Я говорю, ну ты же говорил, что 3000 типа дорого. Он говорит, ну вот, давай, говорит, вот, вот у меня, говорит, есть фронтал 20-тонник. Он у меня работает с НДС 2950. Я говорю, так он у тебя стоит на объекте. Да. Я говорю, у тебя стоит, не, работает. 20 часов работает в сутки. Я говорю, ну так он у тебя на объекте, а я, говорю, тут приехал, где-то 6 тысяч, бля, тут смешные. И все, говорю, что, что это? Это ничего, говорю, вообще ничего. Вот люди бизнесом занимаются, да? В сутки ебашит по 2950. Опа, давайте посчитаем, сколько получается. 10 часов, 29 500, да? И еще 10 часов, 29 500, и грубо того 60 рублей он в день, этот погрузчик, минус зарплата. Сколько он там? 1080 платит оператору, может 70. Солярис. Ну и чё? Полтос чистыми в день, ребята. Чистыми полтос в день. Хули я тут приехал на 2 часа, блядь, 6 тысяч рублей. Я говорю, я вам помогаю просто. Это не заработок. Это просто помощь вам. Ладно, еду на другую задачу. Эту решили. Очковал конкретно, конечно, что я не выйду оттуда. Ну как очковал? Опасался. А я боком, когда стоишь, тянет с этого щебня, все вырывает, лапы уходят в щебень, и толку никакого. Он, ну, не может копать. Поперек траншеи стоишь на щебне. Щебень, что, подушка мягкая. Трактор елозит зад-вперед. Сейчас здесь надо мусор закопать. Посмотрим, сколько здесь времени уйдет на этот мусор. Это еще здесь, а там вообще в лесу, там по пояс еще снега. Шесть рублей мне отдавал, положил на землю под камень, типа, из рук в руки, типа, не дает. Поняли, да? И шо снег идет? Пока что оно... Тут что за говно, блядь? Я вообще не знаю, выборку он делал, не делал. Блять, прям на снег все нахуярил, блядь. Ой, блядь, что за люди, ёпта, за ногу. Закопать. Ну, блядь, что закопать-то? Как, блядь, закопать? Просто тупо на землю накидать, что ли? Я не пойму. Что значит, блядь, закопать? Рано засыпали все, даже деревья, блядь, не выкопали нахуй.
не вырвали. Так. Ориентир вот он, да? Давай. Деревья здесь покидаю, да и все. Закопай гриб здесь. Я-то закопаю здесь. На снег все нахуяренный, блядь. Ну ёпта, это пиздец, блядь. Кадры, блядь, ебать копать. Зеркало какое-то, блядь, тут. А, не, это этот. Как он? Шифер, блядь. Плоский. Конечно, не особо знаю, надо ли убирать слой этот земли. Кто-то мне такого не говорил. Закопать яму, выкопать или что он вообще имел в виду, я даже не знаю. Вообще хз. Может быть. Он так думает. Все ж по-разному думают. Так-то хули на объект пристроить-то вообще шоколадно. Только таких объектов нету.
Так, ну что у нас, собственно? Можно возить, наверное, перемещать мусор с места на место. На какой он передаче-то? Второй. Поедет. На первый поедем. Они, походу, не снимали эту болотину, прям на нее сыпали, что ли. Ни хрена понять не могу. Что у них за схема была? Все ископаем нахер и все. Я уже и так знаю, что так сейчас будет. Хуёво, что подсыпаться нечем. Я, говорит, буду с ним судиться. Он мне, говорит, привез мусора. Блядь, ну человек, блядь, просто вроде вот взрослый человек какую-то хуйню, блядь, несет. Я, говорит, буду судиться, блядь. Как будто там у тебя в договоре, блядь, есть, блядь, ну, в словесном или в каком там, что там он тебе обязуется, блядь. Ай, блядь, пиздатый материал. А что, чё ты, под каким соусом ты это, пиздатый материал, поймешь, что это, блядь, что это? Деревья чуть ебаные взяло, блядь, заебало. Строители хуевы наложат, блядь, деревьев ебучих. Не уберут, блядь. Теперь майся с ними, с этими деревьями. Блядь. По краю-то опасно ездить, блядь, тут. Может быть, всякая хуйня. Он на снег там навалил, например, я поеду и, блядь, и упаду нахер. Такое может быть легко. Я, говорит, буду судиться, ну, блядь. Смотрю на него, думаю, ты вменяемый, нет, блядь. Чё ты будешь судиться? С кем, как ты будешь доказывать? Скажешь, я привез, заебись, это не мое, нахуй, все. Thank you.
Главное, блядь, ничего тут не изловить мне сейчас. Пять деревьев взяла, заебал. Там камень попал, наверное, сука. А, да, там камень. Какая-то арматурина там есть, говно всякое. Пока ничего такого нету. Опасного для меня ошибка. Заедем задом, посмотрим. Третий ебаш. Ром, ты не на работе? Что там у тебя? Ну, я сейчас там, где нам этот долг привел. Я убираю мусор, мне надо что, песок, я не знаю, что там, щебень или что, чтобы еще, ну, заровнять все это дело. Не слышу ничего, что? Нет. Да я же не знаю. Короче, я это, здесь, ну, на Серебрянке.
Но. Ну, короче, я здесь заканчиваю тогда и съебу. Если есть вариант, привози сюда. Ну, понял. Давай. Тихо, не прыгай трактором, она. Трактором, она, не прыгай. А, блядь, сука. Ну чё, давай толкать. Ого, блядь. Чем было все это снимать, если, ну, это вот, весь этот говно, это если... Сейчас все снова. Надо было подождать, пока снег весь сойдет, правильно? Толку с этого всего. Сегодня опять не позанимался нифига. Радиатор помыл так водой, какие-то хлопья оттуда вытекли, но, короче, неэффективно. В принципе, можно радиатор нафиг поставить назад, и все, пусть стоит. На воде сейчас покататься. На воде, конечно, хуёво кататься. Попа может крякнуть. Вода это кислота лимонная или что там, чем радиатор моет. Подпромыть пару раз, подслить. Короче, херня это все, собачья, вот эта вся вот эта вот возня, блядь, мышиная. Это все хрень моржовая. Надо бизнес, бизнес делать, бизнес. А это все говно. На карманные расходы. Чисто. Чисто на карманные расходы. И больше ничего.